Азербайджанский миротворец награжден медалью ООН. Об этом сообщило представительство Азербайджана в Организации Объединенных Наций. Отмечается, что майор Илькин Халилов был награжден за достойное выполнение своих обязанностей в качестве военного сотрудника миссии ООН в Южном Судане и за заслуги в поддержании мира. Напомним, что 30 ноября 2018 года парламент Азербайджана принял решение о согласии на размещение и участие воинского состава Азербайджана из 4 человек в миссии в Южном Судане под командованием миротворческой миссии ООН.